Ассаляму алейкум. Меня зовут Ислам Дегерменджи. И я бы хотел принять участие в акции «Стань их голосом». Тех политзаключенных, которые сегодня держат в тюрьмах России незаконным образом. А именно Инверага Умерова, Ризу Умерова и Айдера Джапарова. Их обвиняют в терроризме, и им хотят приписать срок на троих 50 лет лишения свободы строгого режима, не имея никаких доказательств причастности их к терроризму и экстремизму. У каждого из них есть дети, и они вынуждены расти без отцов. У Ризы Умерова 4 детей, у Айдера Джапарова 8 детей. И представьте, каково этим детям сейчас. В этой ситуации мне непонятно то, что как можно обвинять их в терроризме. Если вы спросите о них у тех, кто их знает, они до единого будут отзываться о них добрым словом. И тем самым я бы хотел призвать власти Российской Федерации задуматься об их незаконных действиях и отпустить всех осужденных политзаключенных крымских татар-мусульман.